Спасибо, ребята. У нас капитан факела Андрей Мурнин комментирует итоги сегодняшней встречи. Андрей, какую бы оценку сегодня по пятибалльной шкале поставили за игру команде? Ну, я, наверное, буду банален, да, если проиграли, значит, неудовлетворительная оценка игре в любом случае. Вот, ну, я считаю, концовку первого тайма и весь второй можно занести в актив, хорошо играли. Хорошо, что после второго года, ну, получилось так, что сразу забили. Вот. А второй тайм, ну, как бы, я никогда никого не обсуждаю, но столько времени лежать и сопернику, ну, не знаю. Хотелось бы играть, а получился второй тайм больше лежачего соперника, чем игровой. Хорошо, что тогда не получилось в дебюте матча? Не получилось оставить ворота в сухом виде, скажем так. Не пропустили два гола, не обязательно, в принципе. Ну, пропустили, хотели отыграться, не получилось. Вот. Хотя моментов во втором тайме достаточно много было. Может быть, настрой какой-то был другой на команду, которая занимает 18 место в турнирной таблице? Так, расслабились? Да нет, какой настрой будет? Она только что вылетела из в премьер-лиги. Ну да, обновилась, скажем так, команда практически на 100%. Насколько я знаю, там 2-3 человека осталось в команде. Но все же они играют хороший футбол, и они сегодня это, в принципе, показывали, ну, первый тайм, по крайней мере, минут 40. Вот. К которому мы подстраивались достаточно долго. Вот. И во втором тайме хотели отыграться, но я же говорю, опять же, получилось так, что команда всячески сбивала темп. Я понимаю, их тоже они выигрывают и пытаются сбить темп. Ну, блин, нам от этого не легче, поэтому, скажем так, и не отыгрались. А настрой был такой же, как и на все команды.